Огненный инцидент произошел в этот понедельник в Магнитогорске на парковке возле торгового центра «Тетрис». В дневное время там вспыхнул автомобиль. Потушить возгорание удалось только благодаря пожарным. Чрезвычайное происшествие случилось примерно в 16:30. Объятый пламенем оказалась иномарка Renault Fluence. Огонь распространялся стремительно. За считанные минуты заполыхала вся передняя часть автомобиля. На помощь в ликвидации возгорания пришли и обычные свидетели ЧП. Люди отдавали огнетушители из своих машин. Были использованы и огнетушители, которые находились в самом торговом центре. Однако, несмотря на это, потушить пожар, не прибегая к профессионалам, оказалось невыполнимой задачей. К счастью, уже через несколько минут на место прибыли пожарные. Отметим, что в данном инциденте обошлось без человеческих жертв. 20 ноября 16:33 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании автомобиля на парковке рядом с торговым центром «Тетрис». К месту вызова были направлены два отделения 21-й пожарно-спасательной части. Возгорание автомобиля было ликвидировано с помощью одного ствола высокого давления. Ущерб составил 600 тысяч рублей. Возгорание произошло из-за технической неисправности автомобильного средства.